Здравствуйте, ребята, господа. Вот мы с вами достигли пещеры, которая называется Санта-Мария. Происхождение названия не совсем известно. Видимо, кто-то романтичный очень здесь бывал. И здесь мы нашли в этой пещере то, что не нашли в пещере Козленок. И давайте я вам покажу. Вот у меня мешочек с образцами. Нашли мы здесь, ребята, остатки морских животных. Вот, казалось бы, незрачный камушек, но вот я вам покажу поближе. Видно, что в нем довольно много разных блесточек. Вот эти блесточки, которые мы здесь наблюдаем, это раковины морских животных, которые называются оболосы. А песчаник называется оболовый. Интересно в них возраст. Вот эти блесточки имеют возраст 430 миллионов лет. Напомню вам, что это время, когда суша была еще безжизненной. До возникновения динозавров было еще 200 миллионов лет. Из таких ракушечек маленьких делают, кстати, фосфорное удобрение. Вернее, можно делать из них фосфорное удобрение. Еще одной находкой, весьма неожиданной для меня, была вот такая баночка. Вот такая баночка. Хорошо видно, что из нее сыпется песок. Давайте я высыплю. Интересно в этой баночке это ее цвет. Видно, что она зеленая. Это бутылочное стекло. Напомню вам, ребята, что Саблина пещера появилась в результате добычи кварцевого белого песчаника, который шел в основном на такое бутылочное стекло. На него шел самый лучший песчаник. И сейчас объясню почему. Почему не на хрусталь? Дело в том, что бутылки – это ответственное хранение. Это тара. Если они будут биться, из него будет вытекать товар, то это будут большие убытки для потребителей. Поэтому сюда шел самый лучший песчаник. Если присмотреться, то вот в этом месте можно наблюдать пузырик в стекле. А вот этот пузырик говорит о том, что, возможно, стекло вот это сделано где-то 50-60 лет назад. Видите пузырики в стекле. Клейма здесь нет, но надо еще с этой находкой разбираться. Если, конечно, она сделана из саблинского песчаника, это, конечно, нам очень всем повезло. Так, мы ее заберем с собой, эту баночку. И давайте, ребята, посмотрим, где же мы находимся. Какой же у нас прекрасный каньон реки Тосно. Давайте я пройду сюда. Сейчас мы с вами, ребята, увидим, какой здесь простор. Давайте я где-то тут встану, чтобы не падать. Видите, вон заросло все деревьями. Не совсем обычными для нашего, для нашей области деревьями. Заросло здесь все липами. Вот видите, какая большая липа. И вот это дерево надо мной, это тоже липа. Давайте я наклоню веточку, вы видите, что она скоро готовится зацвести. Видно вот цветочки. Когда она зацветет, тут будет гул. Гул, соответственно, насекомых, шмелей, пчел. Любят они собирать нектар с лип. Вот она, липа упала. Посмотрите внимательно, лежит ствол. А ветки на нем уже как маленькие стволы вертикально идут кверху. То есть дерево хоть и упало, все равно живет. И, наверное, более разнообразной жизнью, чем его соседи. И мы тоже, наверное, сейчас потихонечку здесь закончим. Начнем нашу жизнь немножко разнообразим. Всем до свидания. Увидимся в следующих стримах. А я потихонечку поползу наверх. Вот туда, по этим склонам. Цивилизации поближе.